Всем привет, с вами Светлана. Начался сезон ягод, и я вам покажу, как можно приготовить компот из смородины. Готовится он просто, легко. И для этого мне понадобятся стерилизованные банки, ягода и сахар. В каждую банку я помещаю по полстакана сахара. Ягода должна быть чистая, вымытая, без листочков, без всяких веточек. И по полстакана в каждую банку. После того, как все банки ваши заполнены сахаром, заполняем банки ягодами. Берете обычную пол-литровую баночку и насыпаете полную баночку ягод. Высыпаете в банку. Берете ягоду, наполняете баночку ягодой и сыпаете. Пересыпаете обратно в баночку. Итак, банки у меня наполнены ягодами, наполнены сахаром. Теперь я ставлю на плиту кастрюлю большую, наливаю воду и воду довожу до кипения. Вот смородина по баночкам у нас разложена, сахар засыпан, вода закипела, и теперь будем заливать ягоду кипятком. Закручиваем крышку. Посмотрели, что компот не течет. Значит, вот в таком виде, вот как сейчас банка стоит, ставите в теплое место, накрываете теплым одеялом и оставляете до полного остывания компота. После чего переворачиваете и отправляете в то место, где вы храните ваши закатки. Вот такой вот компот из красной, черной и красно-черной смородины получилось. Три разных баночки с тремя разными ароматами и разного цвета. Очень вкусно, очень просто. Поэтому обязательно воспользуйтесь моим рецептом приготовления компота. И мне осталось вам только пожелать приятного компотопития. И до скорых встреч. Пока-пока.